Актеры Первого театра помогают сделать уроки литературы интереснее. Театр в очередной раз пробует необычные форматы и экспериментирует. Онлайн-уроки с артистами уже прошли в 11-й гимназии Новосибирска. Теперь к проекту подключились еще несколько школ, в частности, села Иванкино в Каргатском районе. Актеры рассказывают детям о своем читательском опыте, о том, как выразительно читать стихи или правильно разбирать сложные произведения. Опыт показал, такое общение интересно и школьникам, и актерам, которые уже давно не встречались с публикой. Я успела прочитать отрывок из произведения «Тэффи, демоническая женщина», с которым я поступала в театральный институт. В общем, у меня куча, просто море эмоций, впечатлений, и я вообще не знаю, как это передать. Это очень классно. Они еще поаплодировали в конце, а я аплодисментов уже 2 месяца не слышала.